Вот этот рукав какой. 11 сегодня у нас апреля 2024 года, четверг. И вот здесь, видишь, как они увеличивают площадь. Там начинают дома строить, искусственно накладывают. И тут деревья, вон откуда они зашли, вываливали. А тут какая бездна. И тут ограда была железобетонная. А ну все туда прямо сбросили. Такого я не видел. Большие деревья. Вот он рукав, тут главное рыбацкое место. И там дальше Собьев сходится. Собьев, это вот рукав. Он дальше прореза-то нет. Вон там он уже упирается в дома. Все. Это город Барнаул. Прекрасный город. Строители, видно, что специалисты. И там вон как они его выводят. Это здесь не было ничего, вода была. И как ровно. Они могут дальше это все завалить. Видимо, хватает. Сейчас пойду посмотрю, там дальше тоже вон что-то делается. О, тут купаются. Вот на той стороне Игорь Дубунов всегда приходит, Игорь Владимирович, и плавает он как морж. Вот что интересно, какая глубина, и это тут уже ничего вытаскивать не будут. Оно такое уже все, забетонированное. Ого-го-го-го. Какая тут хорошая арматура. Периодически. Вот эти вот стержни, тут как бы их взять-то. Периодического профиля. Вот так. И вот здесь я вышел. Это другая улица уже, не наша. Это вот. Это вот по речному порту. Какая вышка стоит здесь, она ночью видать. А тут даже вроде гнезда. Да наверное, вряд ли. А там он видно дальше выступает. Это элеватор. Элеватор. Хорошие там люди работали, я знали их. Ой-ой-ой, где как. Идти туда далеко. Пока еще выступает он, видать. А что там видеть? Там кусты, там уже ничего нет. А здесь вот траншея, тут большие трубы закладывали они, заложили. Что тут будет у них? Воду подавать, этот район. И там он на той стороне что-то тоже как будто бы разглаживает. Если так будет, так они и там могут построить. Какие деревья тут, тополя. А там видно еще и бетла такая вот черная, которая есть, или липа. Не знаю. Я просто заинтересовался, вот какая глубина. Вот. Все на этом. Пошел домой. Там по 20 с лишним этажей, 21-22 этажа. А дальше за ними, там вон там, этот, между этими, там есть мост идет ровный, вот это вот. Вон машины идут. Красивейший мост. Три машины идут в одном направлении и три в другом. 900 с лишним метров. Все.